«Христос воскрес!» – этими словами могут приветствовать друг друга православные христиане 6 недель после Пасхи до Вознесения Господнего. Все эти дни наполнены особым праздничным настроением. Именно в эти дни в Центре молодежного творчества проводятся пасхальные встречи, участниками и организаторами которых являются ребята из образцовой студии эстетического воспитания «Океан». В этом году, впервые, гостями праздника стали лучшие хоровые коллективы Брестской области. На пасхальные встречи собрались девочки и мальчики из 11 коллективов не только общеобразовательных, но и церковных школ Бреста, Барановичей, Пинска и Иваново. Юные артисты исполнили различные музыкальные композиции, среди которых превалирующее большинство песен духовных. Отрадно, что многие ребята начинают с интересом изучать православную культуру. Соглашение о сотрудничестве проходит множество различных мероприятий, но сфера воспитания и образования является одним из приоритетных направлений, ведь очень важно в столь юном возрасте заложить малышей правильные нравственные ориентиры.